Вечерочек, ты на канале Ганты Геймс, где мы с тобой играем в разные игры, и сегодня мы будем с тобой проходить игру под названием Joker Show. Она вышла совсем недавно, поэтому очень интересно, как она будет выглядеть. Начнем. Наконец-то родители уехали. Теперь весь дом в моем распоряжении. Мой сосед Мэтт ждет, когда его родители уснут, и должен скоро прийти ко мне. Может, пока попробовать вызвать духов? Я же недавно нашел дневник в кладовой. В нем описано, как призвать шута. Будет круто, если все получится. Нужно только внимательно прочитать инструкцию и добыть нужные предметы для обряда. Смотри, это типа Гренни, как я понял из описания, что вот мы сейчас должны, да... Так, это все открывается? Ну что-то есть? Ничего нету. Нам нужно сначала вызвать Джокера вот этого, а потом мы будем от него каким-то образом убегать. Это что, дневник? Ключ от нашей комнаты. Она что, закрыта? Она закрыта. Давай откроем. Открыли, супер. А дневник, можно почитать дневник? Нет? Ой, я его выбросил. Открыть дневник. Вот, Е. Как призвать шута? Необходима свеча, спички, карта Джокера, инструкция, как призвать шута Джокера. Найдите темное помещение. Отлично, подойдет подвал. Поставьте свечку на пол и зажгите. Возьмите карту Джокера в руки и подожгите ее, проговаривая 3 раза. Джокер, приди, шоу начни. Если сделать все верно, то Джокер подаст знак, но будьте аккуратны. Прочитайте на следующей странице инструкцию, как отозвать Джокера, если что-то пойдет не так. Я думаю, это нам нужно сделать обязательно. О, двинься, табуретка. Сейчас, смотри, смотри, зацени. Сейчас. Покажу свой... Это не открывается? Покажу свой скилл. Мне кажется, нужно его настроить немножко. Сейчас, 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 подожди. Ага, слышал, слышал. Блин. А теперь все вместе. Маленькой, блять, сейчас. Маленькой елочке, хо, блять. Короче, ну и в жопу. Вот потому я и не играю. Потому я и не играю. Но согласись, получилось неплохо. Для того, кто давно этим не занимался. Открывается дверь. Эта дверь тоже открывается, даже прибила нас немножко. Это что? Зачем тут так? Кто расписал так шкаф? Шой шкаф, холодильник. Молочко, хлебушек. Вот так хлеб хранить нельзя, кстати. Ему он будет совсем невкусно. А из-за колбасы вот такой будет весь холодильник вонять. Так не делается. Ладно, закрой. Ножик, возьми ножик. Если появится этот Джокер, нам понадобится ножик. Что спички. Это? Спасибо. Там как будто должно что-то лежать, такое у меня ощущение. Ой, глянь, все открывается. Тут очень это интересно выглядит. Опа! Опа, это что? Книга рецептов. А, и это поднимается. А можно газ включить? А газ нельзя включить. Это выход на улицу? Да. Это выход на улицу. Опа, шкафчик. А как, если что, от него с другой стороны заперто? Хорошо. Закрой дверь. Все-таки мы... Так, как же тут все? Может быть... Сейчас, секунду. Я, наверное, поставлю поменьше чувствительность. Вот так? Нет. Так хуже. Ну, так адекватнее, мне кажется. Туалет. У нас есть вантус. Его взять нельзя. Опа. Мы не можем туда голову засунуть? Тогда для чего ее открывать? Я не совсем понимаю. Что это? Фу. Эй, грязь. Забавно, прикольно. Закрой. Тут, конечно, двери нужно закрывать. Они потом мешаются сильно. Карта Джокера. Ага. Так, а что нам нужно? Спички есть. Свеча надо. Карта Джокера. Так, и нужно, подожди, прежде чем будем звать, нужно же найти, как отозвать его.
Гараж не открывается. Велосипед не катается. В подвал не спускается пока что. А, мы тут были. Он не спринтует, кстати. Если что, тут нету спринта. Как же нам тогда от него бегать, если он будет за нами бежать? Ну, на второй этаж хочется попасть. Там, глянь, как красиво. Вот это дом, да, посмотри, фига себе. Так, тут у нас что есть? Тут что-то есть? Тут ничего нету, и посидеть нельзя. Заперто с другой стороны. Окей. Вот так вот уехали родители. А дети вот такую вот дичь устраивают. Давай вызовем Джокера, давай вызовем Джокера. Ты что, дурной? Тебе что, заняться нечем? Какой узкий спуск в подвал? 29. Зачем вот этот весь интерактив? Да, это прикольно, но тут же ничего нету. А и все? А в какой? Нам тут надо ритуал устраивать? Где свеча? Я где-то ее просмотрел, видимо. Но в холодосе ее точно нету. Мы можем сгореть? Не можем сгореть. А где мне... А, свеча. Есть. И что, мы теперь туда в под... А может под лестницей что есть? Уйди, дверь. Блядь, меня прибило. Заперто. А как мне в подвал попасть? Или нам все-таки в тот узкий подвал? Да хватит мне бить дверьми. Как же неудобно это сделано. С другой стороны, знаешь, когда двери открываются во все стороны, это тоже такой себе прикол. А, все-таки в этот подвал? Не-не-не, мы не будем пропускать. Давай посмотрим. Подожди, а он же с другом хотел это сделать. А где друг-то? Или я что-то попутал? А ты страницу-то не нашел, дурень? Подожди, ты найди сначала... Шут, приди, шоу начни. Шут, приди, шоу начни. Ты найди Шут, вторую приди, страницу, дурень. Шоу начни. Ох ты, дурачок. Бля, я не буду за тебя убегать. Беги от него сам. Его. Пойду лучше домой. Да ты уже пизданул три раза. Что ты хочешь? Дневник забери. Ну, чё, я тебя поздравляю. Нам нужна где-то страница. Блядь. И что теперь? А, вернуться домой надо, да? Ну, возвращаемся. Наверное, к себе в комнату. Ой-ой-ой. Подарочек. Откуда это здесь? Иголочка. Ах! Что? Что происходит? Вот так вот. Шарики лопать. Ага. И нам от него теперь убегать надо будет. 5 часов осталось до начала шоу. А чё-то прямо отчет какой-то будет? Моя голова. Или это как в Грэнни будет 5 ночей? То есть если он меня убьет раз, то это будет считаться... О, я вижу проход. Просто лбом толкаем. Чемодан обмотан скотчем. А у меня есть иголочка. Давай по чуть-чуть иголочкой проткнем. И норм. До этого он не был замотан скотчем. Для чего он его замотал скотчем? Так, смотри, это если как Грэнни, то тут прям нужно запоминать всю эту дичь. Вот там есть скотч. Значит, его нужно будет резать. Это камушек. Чтобы кинуть предмет, удерживайте ПКМ, пока не появится траектория. Затем прицельтесь и отпустите кнопку. О, тут много камушков. Я не могу взять его. Вот так, смотри, захочешь взять и руку засунешь. Ага. Он сразу на нас нападет? Нужно как можно скорее сообщить соседям, чтобы вызвали полицию. Да ладно тебе. Нехуй было вызывать. Но я его пока нигде не вижу. Да ладно, можно тут просидеть. Он же рано или поздно уйдет. А, нет, мы же должны уйти, а то начало шоу будет. Телевизор. Так, не заходите сюда, подождите. Я тут смотрю все. Тут же должно что-то быть. Я же знаю, что тут все интерактивное. Вон он ходит по дому. Так, смотри, если он в доме. Все, пойдем. Что-то мешает открыть дверь. Ты что смеешься? О, бежит, смотри.
Он должен выйти сейчас? Ты выходишь или что? Опа, камушек. Оп. Ух ты ж, блядь, что ж такая музыка громкая. Ты сюда идешь? Ага, я вниз. Он должен открыть дверь? Он зашел, дверь открыл? Нет? Друг, ты где? Ой. Что это было? Он открыл нам дверь или нет? Я не вижу, чтобы он дверь нам открыл. Что-то мешает открыть дверь. Нам в окно выходить? Ой, натуре в окно выходить. Ох ты ж! А, да ты не бегаешь за ней, ты просто ходишь. Ага. Камушек. Ладно, хер с ним, с камушком. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас я в тебя прицелюсь. Иди сюда. А ему похеру. А ему похеру. Я закрылся. Я закрыл дверь. А как от него прятаться? Вот так? Это ж пиздец, ничего не видно. Нет, слушай, в Грэнни как-то адекватно было. Там были места, куда спрятаться. Тут нет мест, куда спрятаться. Блять, я боюсь выходить, это жесть. Так, тут ничего нет, тут ничего нет. Тут тоже ничего нет, и тут ничего нет. А. Я сижу. Выходи, давай поиграем. Нет. Ах ты падла. Хуй с тобой. Я сейчас вот так сделаю. А? Ты где? А я... Так, подожди. Подожди. Тут нельзя прыгать? Я вижу ведро. Вон он ходит. Мы можем выйти? Можем. Так, что с ведром? Камушки. Что с ведром? Ведро привязано к веревке. Так. Тут у нас что? Сюда мы не можем. Ваза. На какой-то хер мы взяли вазу? Тихо. Вон он ходит. Сюда идет, слушай. Ай-яй-яй. 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 На кой хер мне ваза? На кой хер мне ваза? Двери заперты на ключ. На второй этаж нет смысла. На второй этаж... Блять. Ага, отлично, прошли. Так, в холодосе он нам ничего не оставил. Книгу рецептов. Ничего, ничего. Там тоже ничего. Какой смысл? Нигде ничего нету. Ай-яй-яй, не смотри сюда. Ах ты, блядь. На, иди туда за камушком. Ой, сюда идет. Камушек, камушек. Ай, ну тебя нахер. Отъебись от меня. Чё за дичь? Что с тобой делать? Подожди. Надо мыслить рационально. Я взял вазу. Мне нужен... Может, где-то тут должны валяться ножи. А, я видел нож в раковине. Все, нож в раковине. Где? Ах ты... Моя нога! Сука! Что мне делать надо? Попался. Блять, поймал. А как? Что мне нужно было нажимать? Замок двери сломан. И что?
А, это вот так мы должны тут выбраться. Смотри, у нас есть ваза. Да, блядь, не то я выбрасываю. Я должен ее разбить? Это за шум. Заебись. Это, видимо, не то, что я должен был сделать. Кто так бросает? Что это за шум? Ты где? Еще пора... Ох ты ж, здравствуйте. Здравствуйте. Еще пораставлял говна своего. Так, нам нужно в ванну. На кухню. Нам нужно на кухню. Камушек, не взял камушек. Так. А они тут и так и будут стоять. Блять, раковина засорилась. И что? И что мне с этим делать? Раковина засорилась. Ты меня тоже бесишь. А как раковину спустить? Что это за шум? Раковина забилась. И что мне нужно сделать? Так, это, слушай, это вообще... В Грэнни как-то ты много всего находишь, и тебе остается только понять, куда это применять. А тут совершенно непонятно. Абсолютно. Замок. Найти ключ, чтобы открыть ворота. Чтобы он меня не поймал. А что ты... Ах, бля, перекинул. Оп. Прилип. Почему на тебе... Блядь. Сука. Твою мать. 3 часа. Он теперь нас в другом месте заспавнит. А, нет. Тут же. Раковина засорилась. А если я буду за тобой ходить? Ох ты ж, блядь! Сука. Почему он такой тупой? Тут все открывается, но здесь ничего нету. Я разбил вазу, нахуя? Замок двери сломан. В чем суть задания моего? Просто раковина засорилась. В ней было все, что нам нужно. Я не совсем пойму, как выбраться. Это что? Яма полная грязной воды. А, и мне нужно ее отчерпать? Ну так, пожалуйста, а мне нужен нож. Ведро привязано к веревке. Блять, отстань. Где тут? Куда я попал? Вот? Фига, его не видно. А мы можем быстрее бегать с тобой, нет? Блядь, да ты издеваешься. Куда мне нажимать? Насколько быстро мне это нужно делать? Это вообще нереально. Откуда ты? Бля, не увидел. Лянь, дурень. Алло. Ну ты... Так. Ты куда сейчас пойдешь? Он там... Да иди ты нахуй, да ты не можешь так меня увидеть сразу. Это, блядь, бред. Вон, иди нахуй туда, за камушком. Заебал. Ну и что это? Иди нахуй. На, закрыл дверь, все, тут никого нету. Тут никого нету. Иди сюда. Ах ты, сука. Ага, объебал. Опа. Что это за шум? Ага. Так, подожди, я вроде... Да иди ты в пизду. Попался. Нет, вот эти... А, все, тут не будет никакого шоу. Окей. Пропустим. Предлагаю не ждать. Ага, вот он ты. Так, смотри. Стой, стой. Нет, нет, отстань. Блин, как мне убрать цель? Я не хочу лишаться камушка. Я не хочу лишаться камушка. Ай, ладно, хуй с тобой. А, смотри. Он еще нигде ничего не стоит. Камушек.
Ага, разбил. Нужно найти ключ, чтобы открыть ворота. Да. Главное, чтобы он меня поймал. В пизду! Ой-ой-ой, бежим! Ну тебе нахуй! Ах ты мразь! Ах ты, камушек! Не взял! А, он далеко от нас так. Тут тоже ничего нету. Так, мне нужен камушек. Ладно, хер с ним. Нет, не хер с ним, я возьму. Как пройти? Как прыгать-то здесь? Он нас потерял. С другой стороны заперто, но я не могу прыгнуть. Он не прыгает. Я могу только приседать. Да, тут очень сложно брать предметы. Максимально. А ваза где? Куда он сейчас пойдет? В дом? В дом пошел. Лопата. Лезвие лопаты. Так, значит, что-то все-таки тут можно найти. Но что я сделаю этим лезвием лопаты? Так, должно быть что-то, значит, закопано. Что-то должно было быть закопано. Если у нас есть кусок лопаты, значит, нужно найти что-то, что могли закопать. Что это такое? Я пока не вижу здесь такого места, где могли что-то закопать. Блин, если ты что-то тут можешь увидеть, пиши, блять, в комментариях. Куда использовать эту лопату? Я вообще не понимаю. Хоть ты убейся. Вообще не пойму. Я не хочу от тебя сбежать, я пытаюсь понять, как тут играть вообще. Ух ты, здравствуйте, ты как тут оказался? Не-не-не, подожди. Да, иди туда, зайди. Я для кого бросаю это? Иди, пройди туда. Зайди в блядскую ванную. Блядь. Что это за шум? Не сюда. Ох ты, блядь. Не обманул. Нет. Не поймаешь. Я не остановлюсь. Так, иди сюда. Вот, давай, иди наверх. Да как ты там оказался? Хватит, ну ты тварь. Я не понимаю, что... Как мне с тобой вообще нормально существовать? В одном месте. Все, разбил. Иди проверяй. Может, ты так двери нам откроешь? Да наверх залезь, дурья ты башка. Наверх пошел? Пошел наверх. Ты зайдешь в ту комнату? Нет, он спускается. Он просто спускается. Я не понимаю, что здесь нужно делать. Что за идиотизм? Блять. Что мне нужно делать, чтобы выбраться? А, я выбрался. Нифига себе. Чудеса. Где мне все ключи искать? Где тут хоть что-нибудь? Он ведь нихера не открыл. Нигде ничего. Ой! Ой! Уйди, блядь! Окно! Ой, блядь! Как тут? Можно прыгнуть? Тут можно прыгать или нельзя? Где мне вазу теперь искать? А мне нужна ваза. Мне очень нужна, сука, ваза. В смысле подлез? От подлеца слышу. Ох ты ж нихуя себе, он рядом. Очень близко. Очень близко, не буду стоять, нет. Бляха-муха. Мне нужен камушек. Я смотри, сейчас пробью.
Так, мне куда? Мне куда? Мне куда встать? Откуда он выйдет? Ты окажешься внутри там? Где, где мне искать вазу чертову? Я вижу только камушек у его ног. Что ж ты ко мне так пристал-то, а? Скажи мне, пожалуйста. Моя нога. Где? Я жму, я жму, я жму. Сколько мне нажимать? Сколько мне нажимать? Ну это почему-то, да, сработало. Что за ерунда? Я тут, смотри. Ах ты! И что? И что, ты сюда придешь, откроешь мне дверь вот эту? А заходи, открой мне ее. Ну ты же хер придешь сюда. И что, иди сюда, дурень, блядь. Это за шум? Блядь, как же ты меня бесишь. Я тебе тут все стекла побью. Что будешь знать. Шум? На. Что это за шум? Да это я, балуюсь. А! Какой же он тупой. Куда делся? Убежал, блядь. Как мне с этим справляться? Как мне справляться с этими ё... Ну я уже понял одно, что прыгать тут точно нельзя. Это вот я максимально точно уяснил. Что нам тут... Блядь. О, я убежал. Каким-то образом, каким-то волшебным образом у меня получилось убежать. Ну, копать вот здесь. Окей, я нашел, где копать. Хорошо. Но как мне, сука, найти вазу? Я говорю, без вазы мы потому что дальше не пройдем. А вазы нигде нет, абсолютно. Вот нахера я вот это сейчас сделал? Я не думал, что мы можем пройти здесь. Может, я где-то что-то упустил, где-то что-то есть. Надо просто попытаться понять. Смотри, я вот выбежал. Я все-таки думаю, что мы можем попасть вот в эту палку. Попал! 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 Попал в палку! Отстань! Я попал в палку, ты видел? Ты видел, я попал в палку? Подожди, а как мне попасть опять в эту комнату? А я могу обратно-то попасть? А как мне забежать обратно? Куда ты делся? Мне нужно сначала понять, куда ты делся. А там потом будем решать с тобой. Справа, слева, справа, слева. Слева, справа, слева, справа. Где ты? Я не понимаю. Блять, он где-то тут. Ага. Я же говорю, он где-то тут. Вот тут, конечно, камушек бы мне не помешал. Но как? Ну, я разбил, окей. А, в подвал, в подвал. О, все, я сообразил. Так, в подвал. Нам нужно забежать в подвал. И там мы потом вылезем в этот дом. Все, загадка разгадана. Ага. Так, все, пойдем. Все, сейчас пройдем с тобой. Сейчас все с тобой пройдем. А сколько у меня ночей-то осталось, этих часов? Ага, смотри. Чтобы преодолеть высокие препятствия, используйте доску как мостик. Вот я не понимаю, для чего мне нужно их открывать. Заперто. Замок на двери сломан. Так, блядь, и ты сейчас сюда зайдешь? Ты теперь сюда зайдешь? Нет. Еблан. Отъебись. Ты меня бесишь. Лось. Что ты, все? Как же ты меня бесишь? Ебанат. Это... Блядь, да нет! Несерьезно, 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 блядь! Час? Ну это мы не прошли. Мы так не пройдем. А я только начал соображать. Я только начал все тут понимать. Что нам нужно делать?
Так, я выбежал. Ты где? Нам нужно, чтобы он бежал за нами. Все, мы бежим. Тут очень сильная подстава. Это вот эти штуки. Это очень сильная подстава. В смысле? Поставил, ты прикинь? Блять. Его нет еще. Встала. В смысле, ах я? Ты сюда же не придешь? Тут же, блядь, не откроется дверь? И зачем мы сюда пришли? А, он ходит за дверью, прикинь. Ну ты же не зайдешь сюда. Куда делся? Нож. Подожди. Нож. Так. Ага, блядь, не, да как так? Жми. Выбежал. Все, до свидания. Как-то странно это работает вещь. Когда-то нормально, а когда-то ненормально. Отрезай веревку. Да, блядь, отрежь веревку. Куда мне ее применить? Мне же ножик нужен, чтобы я отрезал веревку. Разве нет? Блядь, да ну нет, да ну нет. Да ну нет. Обидно. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий. Делись этим видео с друзьями. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Скоро увидимся. Всего хорошего.